Нарисовали и раскрасили красочных снегирей на ветке, а потом посмотрели мультфильм. В атмосфере творчества и новых открытий проходят первоклассные каникулы в художественной галерее. Для ребят первых классов подготовили насыщенную досуговую программу. Познавательные занятия, творческие мастерские, выставки, экскурсии и детское кино. Дополнительные каникулы для первоклассников стали уже традицией в художественной галерее. И мы в середине февраля даем первоклассные каникулы. Много разных занятий, каждый час что-нибудь здесь в галерее происходит. И для первоклассников мы предложили занятия из программ наших научных сотрудников, посвященных народным промыслам, посвященным жанрам изобразительного искусства. Творческие мастерские в этот раз посвятили актуальным темам и событиям – зимней природе, заснеженным пейзажам, приближающемуся празднику – Дню защитника Отечества. Ребята мастерят, лепят, клеят и рисуют. Кроме традиционных мастер-классов, сотрудники галереи подготовили экскурсии по выставкам, кинопросмотры, познавательные и интерактивные программы. Экскурсии по выставкам, которые как нельзя лучше подходят как раз этому возрасту, добрых рук мастерство, выставка детской школы искусств номер 2, конечно же, стала такой красной нитью, через все каникулы проходят. И не забываем про детское кино, которого мы в этот раз показываем очень много, 3 сеанса в день. Это и полнометражные анимационные фильмы, и художественные фильмы. Дети с удовольствием их смотрят. Каникулы подходят к концу, но провести выходные всей семьей интересной с пользой можно в рамках программы «Суббота в художественной галерее». Подробное расписание программы в группе галереи ВКонтакте для лиц старше 6 лет. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.